С 10 ноября по 10 января в связи с проведением ремонтных работ ливневой канализации перекроют все движение транспорта по улице Ивана Дощенникова на участке от Строгановского бульвара до Свободы. В связи с этим проезд маршрутов номер 23 и 28 будет осуществляться по следующей траектории. В прямом направлении от улицы Свободы до Демидовской, Ростовской, Братчикова и Дощенникова, а в обратном направлении от Дощенникова до Строгановского бульвара. Далее по улице Ростовской, Демидовской, Свободы и далее по маршруту.